он родился в послевоенное время, наполненное радостью и одновременно тяжелое, когда весь народ восстанавливал страну после разрушительной Великой Отечественной. Не все вернулись с фронта домой, но жизнь продолжалась. Будущей маме нашего героя Акулине Афанасьевне повезло. Ее суженым стал боевой стрелок, дошедший до Берлина, Семен Иванович Васильев. 16 января 1947 года у них родился сын. Первенцу дали имя Семен. Осень 1961 года для Семена стала знаковой. Работая в опытно-производственном хозяйстве сельской школы, он и не подозревал, что отличившимся школьникам будут вручать подарки. Подарки были разные. Кому валенки, а мне дали коробку, а в ней лежал фотоаппарат. Фотоаппарат «Смена» по своей популярности был самым массовым в мире. Этот факт даже запечатлен в книге рекордов Гиннесса. И такое чудо техники оказалось в руках школьника Семена Васильева. Когда учился в Якутске, посещал кружок по киноделу. Сами снимали, проявляли. Смотреть на движущиеся картинки было очень интересно. Когда Семен понял, что нашел свое призвание, то родственники познакомили его с известным профессиональным кинооператором республики Никандром Егоровичем Савиным. Мэтр операторского искусства, окончивший в ГИК, снимал сюжеты для восточно-сибирской студии кинохроники. Никандр был небольшого роста, большеглазый и очень скромный. Рассказал мне, что необходимо для поступления во ВГИК. Это камера Никандра. В разных ситуациях она была. Может, и в воду падала. Эта камера работала лучше всех остальных, бесшумно и мягко. Москва 1966 года встретила молодого Семена Васильева нескончаемым потоком машин и высокими до небес домами. Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. Он открылся в 1919 году еще на заре кинематографа, когда движущиеся картинки никто не считал искусством. В стенах ВГИКа царила творческая атмосфера. Только здесь можно было увидеть фильмы мирового уровня и новые, только выходящие в прокат отечественные картины. Мастерская Леонида Васильевича Косматова стала альма-матер для будущего оператора. В это время снимали фильмы, которые сейчас считаются классикой российского кино. А фильм режиссера Михаила Колотозова и оператора Сергея Урусевского «Летят журавли» уже получил признание на международном кинофестивале в Каннах. Динамика, не? Динамика и драматургия кадра зависит от оператора. Кадры у Урусевского очень экспрессивные. А что такое монтаж? Это сжатие реального действия. А снимать действие беспрерывно одним кадром – это тоже искусство. Учеба давалась легко. Будущий оператор набирался опыта и мастерства, снимая репортажи на Красной площади, ВДНХ, в Мамаевом кургане, учебные и документальные фильмы со студентами из режиссерского факультета.
Незаметно пролетели 4 года учебы, и новоиспеченный оператор вернулся в Якутск. Молодой, полный сил и энергии Семен устроился на работу в корпункт студии Восточно-Сибирской кинохроники. Его наставником стал Никандр Егорович Савинов. У Никандра было много ассистентов, но никто не задерживался. А я приехал со специальным образованием, чему он был очень рад. Он воздерживался от похвалы, и только по взгляду можно было понять, что он доволен. Еще не море, но уже не река. В хорошую погоду зеркально гладкие воды Лены. Но если начинает штормить, они грозят бедой. Они вместе объездили вдоль и поперек всю республику, чтобы страна видела и знала, как живут и чем занимаются люди на севере. Это были не только сюжеты, но и документальные фильмы. Отснятую кинопленку отправляли в Иркутск. Волновались о качестве съемок. Ведь если пылинка попадет на пленку, то брак. Увидишь свой сюжет на экране перед киносеансом, и все волнения уходят. Иногда редактор из студии писала, хорошо или плохо отснято. Мы учились с ним, правда, только 1 год в Хабтагайской средней школе в 1-м классе. Вот. А потом мы потерялись надолго. И через некоторое время я сюда пришла работать в 1972 году, а Сенечка пришел в 1976 где-то вот так. Якутская студия телевидения открывала свой 13-й сезон вещания. Это было время отрочества и поиска своего пути развития. Первый сюжет на телевидении делал с Натальей Шестаковой на птицефабрике. Отснял весь производственный процесс одной панорамой. Просто сопряжение нужно. В одном месте остановился. Получилось 2 кадра. Вот и весь сюжет. Ансамбль «Вечерку» снимал на Киноре одним планом, чтобы передать целостность восприятия. Одним куском, да, вообще. Он тут выберет целостность восприятия. В этом есть ценность материала. Мы снимали и на берегу Северного Ледовитого океана, и в тундре, и в стаде. Были и в Таймыры, в Пурге, ну, в средней полосе России. То есть у нас был интересный, зажигательный такой период в жизни, когда мы по-настоящему отдавались творчеству. Он всегда создавал особую атмосферу любви, потому что он действительно любил и любит людей, которых он снимает, и любит вообще жизнь, такой, какая она есть, без прикрас. Вообще его кредо – это правда.
И эту правду он пытается с помощью своей камеры донести до зрителя. Я всегда с удовольствием смотрела и наблюдала, как он снимает. Я всегда думала, о чем же думает он во время съемки? Что же он чувствует? И когда он был сосредоточен во время съемки, к нему было очень трудно подойти. Невозможно было подойти, потому что я понимала, что происходит какое-то таинство, которому нельзя мешать. Жизнь во всех ее проявлениях можно было запечатлеть только во время поездок в командировки. И для телевизионных журналистов это была единственная творческая отдушина. Документалист, он ищет такие кадры, вернее, даже вот это, скорее всего, жизнь сама им дарит, вот такие кадры. Надо быть в нужном месте в нужное время и иметь терпение, да, вот такое терпение, чтобы дождаться звездного момента, чтобы сделать вот этот кадр. Так же, как фотографы, да, но тут все происходит в движении, в процессе, да. Вот так же, как его кадр, когда он снимает рождение олененка. Ну, это потрясающе. Вот кому как это повезет, да, но это происходит, это чудо, можно сказать, да. И оно рождается у него перед объективом. Это вот, можете себе представить его состояние, да? И что как ему повезло, что он стал свидетелем вот этого события, зафиксировал его. Мы сделали с ним фильм документальный «Кому передать чаут». Это было в 80-х годах, и тогда очень остро стоял вопрос оленеводческих кадров. И вот тогда организовали в Черском профессионально-техническое училище, и там открыли отделение оленеводческое. Короче, мы закончили этот фильм, это же все было на кинопленке. И тут случилось так, что нас пригласили на Дальневосточный фестиваль Благовещенский. Это, кстати говоря, был самый первый фестиваль молодежных фильмов Дальнего Востока и Сибири. И в конце фестиваля мы узнаем, что наш фильм стал лауреатом именно по мастерству кинооператора. Это было потрясающе. Время менялось, появлялись новые авторы и новые идеи. Творцы, несмотря на техническую бедность, фонтанировали оригинальными замыслами и смело притворяли их в жизнь. После очерков и документальных фильмов на якутском телевидении стали осваивать другой жанр – игровое кино. Ну, ощущение, что мы самые первые, кто делает якутское кино. Потому что художественный игровой кинематограф до нас не было. Было только несколько фильмов, которые снимались то в «Таджикфильме», то в киностудии «Горького», то в «Свердловском кинофильме». А мы это делали сами у себя на базе гостелерадио Якутии в 86 году. И это ощущение, что мы делаем сами свое кино, это нас держало в руках, и мы все от этого кайфовали, балдели. Семен писал сценарии какие-то, и мы это обсуждали, как это может быть. Да? И, конечно, вот и так вот родилось это все. Старая игрушка почему возникла? Да? Потому что ну, это как-то связано с нами, да, вот каждого из нас, вот что Семена, что Семен Ермолаев, что Анатолий, что я, мы родились в деревне, да, и уехали потом в город, да, и уже становление было наше в городе, да, уже маленько в другой среде абсолютно, в городской среде, а те истоки, да, вот, они тянут, малая родина, она всегда тянет, вот, всегда вот, ну, думаешь об этом, как-то вот, как-то маленьким был, ребенком был, и оно всегда приходит к тебе. И поэтому вот возникла именно работа «Старая игрушка». Синхрона не давали, и поэтому я вынужден был написать киносценарий, где в фильме никто не говорит. Это вынужденная мера. И Семен Васильев
с этим справился очень хорошо. Когда мы первый фильм сняли, конечно же, в редакции посмотрели, и дальше хотелось снимать всем. Когда стали работать над фильмом «Охонон», вся редакция сказала: да, мы будем работать вживую, нашу кинопленку мы отдаем на этот фильм. И вся редакция выходила в эфир целый квартал в прямом эфире без кино. Представляете, снимать целый фильм, а в основном это все на улице происходило, и надо было вот приспособить камеру. Семен сшил, у него был специальный чехол для камеры, купил каталитическую грелку, закрывалась грелка эта, и мы уложили в этот футляр. Вот этот фильм, который мы сняли, ну, конечно, он был как бы фурор, ну, типа фурор такой, другого даже слова не сказал, потому что это было и для актеров интересное открытие. Вот они приезжают в деревню со своим небольшим спектаклем, а их уже там люди знают. И с ними там, со Степанидой там уже, да, вот уже тоже там, да, ей уже говорили там: о, ты там встречалась там с Охононом, там, Охонон, там, почему замуж не вышел за него, там все там. Люди это воспринимали уже, это художественное кино, как документальное, наверное, как вот, ну, действительно, как жизнь. Следующая картина стала совместной работой якутского телевидения и кинокомпании «Сахафильм». Там такой есть эпизод, наш герой Анатолий Васильевич, он бежит по полю. По полю бежит, ему становится плохо, он падает в траву. И здесь нужен был кадр такой, когда тело его как бы падает, а его душа, скажем, да, вот, она смотрит на это тело. И чтобы это было достоверно показано и сделано, нужно было это сделать одним кадром. Анатолий падает. Кадр его, он снимает, он упал, и маленько, значит, вот показывает, трава там еще колышется, и он должен мгновенно, быстро выползти из кадра, встать над собой. И в это время камера потихоньку поднимается вверх, и тут лицо Анатолия. Видите, вот, ну, это эффект был, конечно, поразительный, конечно, и вот душа его смотрит на тело, знаете, вот, и достигли этого. Последние кадры фильма «Саилык» завершаются кульминационной сценой – панорамой вверх к небесам. Творческая группа за неимением крана принимает решение привезти трактор «Беларус» с ковшом. Ставят туда оператора с камерой и получают эффект полета. Потом был фильм в жанре психологической драмы «Саңа күн». Но он был уже отснят на видеопленку. Становление кинематографа на севере совпало с самым драматичным периодом в стране. Возможно, правы философы, утверждая, что именно в период глобальных перемен рождается новое.
кинематографистов, которые имели профессиональное образование, было раз-два я обчелся. Вот, слава Богу, что был, вот, например, Семен Васильев. И я был еще знаком с ним во время учебы в ГИКе. Вот, поэтому я сразу предложил Семену поработать вместе над этим проектом, поскольку изобразительный ряд очень во многом, конечно, зависел от оператора. В те времена, если сейчас, например, это видит монитор, например, сидит режиссер, монитор все это смотрит, такого тогда не было. Оператор, значит, смотрел этот маленький зрачок. И я, как режиссер, должен был довериться оператору, что он сделает так, как мне необходимо. Вот. Тем более мы не могли это посмотреть сразу, поскольку надо было отправлять пленку туда, в Москву. Это где-то через 2-3 недели я только видел результат. Могу рассказать такой один удивительный случай. Мы должны были снять, как жеребится кобыла. И мы поехали, значит, очень рано утром, 3 часа ночи, да. Приехали где-то 4 утра в село Техтюр Ханкаланского улуса. И как по заказу, как только мы зашли в этот изгородь, легла кобыла и начала рожать. Жеребица, то есть, да? Вот. Я говорю: Семен, давай быстрее. Семен оперативно все поставил, начал снимать. Потом пузырь лопнул, жеребенок появился. И тут прибегает другая кобыла и начинает пинаться. И вот эта кобыла, которая родила, она тоже начинает пинаться, чтобы защитить своего жеребенка. Вот. И что делает мой оператор Семен Васильев? Он ставит свою камеру на землю, берет палку и идет гнать эту кобылу. Тут преобладало его как бы человеческие качества спасти жеребенка. В это время вообще был кризис. И государство развалилось, и страна развалилась, киностудии уже обанкротились. В это время мы снимали такую большую картину. Вот, поэтому мы были хорошие авантюристы в хорошем понимании этого слова. И то, что мы достигли цели, что мы поставили цель снять такой фильм и достигли этой цели, это уже очень хорошо. Главная задача оператора – фиксировать историю для будущих поколений. Семен Семенович вот уже полвека воспринимает окружающий мир через объектив камеры. Сегодня сложно подсчитать, сколько километров кинопленки, видеопленки было отснято им. Но уверенно можно сказать, что в каждый кадр он вложил частицу души. Что важнее для художника – синица в руке или журавль в небе? На этот вопрос Семен Семенович без раздумий сказал: «Журавль в небе».